Всем привет, на связи УМЗАП, кузовной цех, Капотня 32. Именно здесь, в Капотне, лечат копытных, капотных, дорогих сердцам, владельцев автомобилей до полного выздоровления. Нынешний пациент – Lexus GX460. Сначала его хозяин решил не обращать внимания на вмятину, но капот не задний бампер, он все время перед глазами и водителя, и гаишников. Попытка найти новый капот завершилась сомнительным успехом. Внушительная сумма с неприятным количеством нулей. Даже забэушный или китайский капот явно намекал на то, что стоит поискать альтернативный вариант. Вот с такой историей болезни пациент оказался в Капотне 32. Ну что ж, приступим к лечению. Для проведения работ нам потребуются внимательные глаза диагноста, умелые руки опытного мастера и набор специальных инструментов, главный из которых – споттер от итальянского производителя Техно. Он используется для выравнивания деформированных элементов кузова, поврежденных в результате ДТП. Пациент, потерпите, будет совсем не больно. Точно сваркой на вмятину вваривается змейка нужной длины. Потом в дело вступает обратный молоток или домкрат. И детали придается нужная форма. Вспомогательные детали убираются, поверхность зачищается и пациент переходит в другой кабинет. Это специальная камера для проведения малярных работ. Она исключает попадание посторонних частиц на окрашиваемую поверхность. Качество красочного покрытия, нанесенного в такой камере, мало отличается от заводского. После этой процедуры пациенту нужен абсолютный покой и глубокий сон до полного высыхания. А мы пойдем готовить документы на выписку. Приемному отделению по адресу Капотня 32, кузовной цех. Теперь вы знаете, куда обращаться, если ваш автомобиль захворал. Будьте здоровы! До новых встреч!